Глядите, Мазерати, Мазерати рядом от моста, это вот Мазерати. Вот такие вот люди в церкви ездят. Привет, друзья! Евгений Луцкий с вами. Луцкий в США канал. Сегодня нас пригласили на Пасху, на праздничное служение в церковь. Знакомые американцы. Здесь в Америке в основном все церкви протестантские. Это вот так вот они выглядят, как обычное здание, в принципе. Вот. Потом мы будем собирать яйца, пасхальные яйца. У них кролик прячет яйца, и после этого нас еще позвали на праздничный обед. If there's one thing that we love more than truth, it's comfort. We love comfort. How do I know this is true that we love comfort so much? Let me ask you guys this. How many times do you have plans, like plans with good friends to go hang out and do something fun, right? And they text you and they say, hey, when are you coming? And you text, leaving now. But are you really leaving now? But when Jesus isn't talking about the glorifying part, but when he's talking about suffering and being murdered and having to be crucified. Как я и говорил, у них потом начинается такое шоу собирать яйца. Их просто раскидывают. Вообще они должны как бы искать ходить, но здесь их просто раскидали. Причем оно везде разбросано. Вот здесь разбросано. Вот смотрите. Так, это яйцо. И там вот конфетка. И вот такое вот. Они бегают, ищут. Есть такое поверье, что это типа разбросал пасхальный кролик. И они, видите, еще на другую сторону накидали. Да, много детей сегодня объедятся наших. Наши дети объедятся сегодня конфет просто. Стильный же человек. Я тоже, кстати, немножко стильный, видите, где там солнце. Вот, немножко стильный. Вот. И ты стильная. Ну все, да, успокойся. Ириша. Как дела? Что ты будешь делать сейчас? Дела у меня. Плохо дела у тебя? Почему? Что ты будешь делать, расскажи. Собирать яйца. Собирать яйца. Елена, что ты будешь делать? Собирать яйца! Все яйца! Ну ладно, все вам не надо. Все. Я тоже заберу яйцо. Вон они сколько насобирали. Ирина, покажи, сколько ты собрала. Я видео сниму. Вопрос состоит в следующем. Как много флагов России вы видели на обычных домах в России? Или там флагов Беларуси на обычных домах в Беларуси, да? Мы не берем БЧБ, мы берем официально. Ну, на самом деле, это, мне кажется, еще связано с тем, что вроде как в России, я слышал, вон еще флаг, видите,
Я слышал, что в России просто нельзя флаги вывешивать на неадминистративных зданиях каких-то. То есть вроде как ты дома не можешь взять и просто флаг повесить. В Беларуси, я не знаю, тоже, наверное, так. Это такой тихий, прикольный райончик. Пройдемся прямо возле церкви. Такие домики милые. Все, видите, а улица, название улицы Davis Road, она синим, указатель синим цветом, а у нас в Филадельфии зеленым. То есть, когда ты едешь и видишь синий, ага, значит, ты уже в другом округе. То есть, это уже не Филадельфия. Хотя это всего 10 минут от моего дома. То есть, здесь настолько все переплелось, что здесь вот едешь, как бы ты уже мало того, что в другой город, другой округ попадаешь. Также, наверное, в другие штаты переезжаешь, да? Вот такая вот красивая. Такой домик мне нравится, кстати. Симпатичный. А еще вот такой, кстати, мне нравится дом. Не знаю, честно, видно вам будет или не видно на самом деле. Ну, короче, вот этот домик был когда-то продан за 443 тысячи долларов. Вот этот 441. Вот тот, который в уголочке, 562, короче, 500, ну где-то 500 тысяч долларов в среднем вот такие дома здесь стоят. Вот даже там подальше есть за 372 тысячи. Ну, пожалуйста. Более-менее приличный район, более-менее приличные домики. Но это старые уже дома, не новые. 500 тысяч долларов. Как вам служба протестантской американской церкви? Чудесно. Если тебе понравилось что-то, что-то не понравилось? Все понравилось. Как, ты понимала пастора? Нет. Ну тоже, он очень быстро говорил. Он очень быстро реально говорил, да? Да. Прям очень даже быстро. Даже для тебя быстро? Ой, я бы подумал, что на X2 я бы его точно не смог смотреть. Он говорил на X2, да. Он уже говорит. На X1.5 где-то, да? Да, он очень быстро. Причем он говорил, как американцы говорят, просто... все слова, ну, как бы вот, укорачивая, глотая, да, right, вот это там, вот, короче, вот, и шутки у него были. Он, кстати, вот чем отличается, вот я заметил, я был уже в двух протестантских церквях, да, что у них пастор реально говорит, ну, мягко говоря, у него намного лучше навыки спикера, чем вот у попов, потому что они говорят понятно, на понятном языке, на современном языке, шутками, прибаутками, и у них речь построенная, подготовленная прям, ну как-то вот, ну круто. Им бы в продаже, да, они? А еще мы обсудили, что тут церкви в каждом блоке, вот мы чуть-чуть отъехали 5 минут, и вот тебе еще одна церковь. Короче, церквей тут действительно очень много. У меня потому что первая мысль была, когда мы зашли, я подумал, что у нас на Пасху, вот у нас следующие выходные Пасха, да, у нас на Пасху очень много, вот, блин, очень много людей приезжает, куличи светить, в храм там яйца светить, но я такой, подожди, по сравнению с тем, что здесь типа мало на Пасху пришло, но у нас одна русскоязычная церковь на большущую округу, со всей округи все посъехались, а здесь же получается, что в... В каждом почти блоке, вот мы 5 минут проехали церковь, 5 минут проехали церковь. Какой 5 минут? Даже меньше? Конечно. Даже минуту проехали церковь, церковь, да, церковь. Да, где-то минута церковь. Поэтому да. How are you? What are you doing? Cutting butter. Are we celebrating something today? Is that a video camera? Yeah. Hello, happy Easter. Happy Easter. Introduce yourself. I'm Carla. Nice to meet you. Wow, yeah. It was so posh. Are you from Britain? Am I from Britain? Yeah. No, but maybe my ancestors are from Britain. I think a lot of ancestors of United, of Americans from Great Britain. I think that's true as well. Are you from Ireland? Ireland, because red hair, yeah. I wanted to say that. Are you from Pennsylvania? I'm not from Pennsylvania, I'm from where Rachel's from, in Georgia. But I live in Philly. In Philly? Yeah. How long? 3 years now, I think.
Okay. 2020. Do you like it? I do. You sure? Yeah. What? A lot of people know about crime situation in Philadelphia, saying yes. It's a very bad place to live. What do you think about? Does crime concern you? You know, of course, I don't want to be a victim of any violence. Uh-huh. Who does? But I really like Philadelphia. I feel safe in my neighborhood. I really like my neighbors. I think it's very concerning, all of the gun violence especially, but I don't want to move away. Okay, in what neighborhood are you living? I live in Brewery Town, which is like a little bit north of the art museum. Oh, that's almost the downtown. Yeah. Oh. Very close, yeah. I have a friend, he lives in downtown, he loves it because everything is walkable. Yeah. Because if you go some kind of suburb area, you have to have a car. Exactly. Do you have a car? Yeah, I do have a car, which is great for driving up here. But in the city, I usually take the bus or I walk. Yeah. Because parking is not easy. Okay. So what are you doing? I work for the city of Philadelphia. It sounds like kind of vague. What exactly are you doing? I do data. Data? Data and reporting for a community engagement. Kind of data analyst? Kind of. Cool. Kind of, yeah. Okay, what American, traditional American Easter food we have here? So we have ham. Often for our holidays, we have ham or turkey, some kind of large meat. With a very common American side is mashed potatoes. And we have green beans. Sometimes we have salads, different, or sweet potatoes, things like that. But this is a very common Easter type meal. Is it common in Georgia or it's around the whole country? I think in the U.S. in general. In the U.S. in general. Okay. Georgia, you might have a lot more like fried foods. You might have fried chicken or something. Okay. Память-то где мы как отвечали, да? Смотрите, вот это вот. Камера. Смотрите. Где? А где подписчики твои? Сколько у нас будет подписчиков? Смотрите, вот эти дома, видно, что они постройки одного периода времени, видите, и они старые, потому что у них вот дымоход есть. Ну, сейчас, блин, за дерево зашел, уже не так хорошо видно. Вот был дымоход, видите, вон труба есть. Сейчас, понятно, оно уже не используется, но это понятно, что дома старые довольно-таки. То есть там и с проводочкой, и с проводами будет. Смотрите, какая прелесть. Какая прелесть. А вообще все, как бы вот, ужин прошел. Вот это был Крис. Крис не захотел много говорить. Вообще не захотел на камеру ничего не говорить. Крис не захотел ничего говорить на камеру. Но его родители долго меня слушали. Его родители приехали из Техаса как раз на Пасху. Его родители тоже были миссионерами. Кстати, я, наверное, про этих ребят и не рассказывал. Крис и Рэйчел. Они были миссионерами, они были в Африке, в Южной Африке. Его родители были в Южной Африке и в Уганде, и они там проповедовали Слово Христа. Вот. И вот так вот с ними познакомились мы на уроках английского языка в церкви, сравнительно бесплатных, я бы сказал. Смотрите, какая красота. Красота. А вы говорите, гетто. И папа Криса тоже служил в Нацгвардии в Техасе. Но он был радиоспециалист, так что вот и мы обсуждали кое-что общее уже с вами было. Поговорили про Америку, ну в общем, было интересно. Не знаю, было ли интересно вам, так что, ну в любом случае, лайк, подписка. Скажи пока. Пока! Поставьте лайк и подпишитесь! Bye!